Би-Джей Бляшкович представляет. Всем привет, меня зовут Дмитро. Итак, начнем с вами прохождение игры European War 4. Запускаем ее, собственно. Итак. Изначально доступны два режима игры: кампания и конквест. Первый выпуск будет посвящен кампании. Итак, как вы видите, у меня открыты все, но изначально доступны только Империя Орла за Францию и Коалиция. Начнем с Империи Орла. Итак, самая первая миссия. Атака на Тулон. Итак, что нам изначально дается? В экономике 200 золота, 100 единиц рабочей силы и 200 единиц еды. Единицы еды нужны для того, чтобы поддерживать ваши войска в форме. Если ваши войска не будут получать достаточно еды, их мораль упадет. Так. Итак, значит, что мы имеем с самого начала? Крейсер, так сказать, фрегат. На нем стоит генерал Тревиль, очень неплохой, как вы видите, 5 звезд. В магазине он покупается только за щитки, которые накрутить или получить каким-либо неправильным способом пока еще не придумали. Итак. Также изначально мы имеем гренадеров в двойном объеме. Генерал Клод. Генерал Клод без толков, как вы видите, 2 звезды для пехоты. Ничего толкового сделать он не сможет. Здание у нас тоже с генералом. Генерал Массена. Не знаю, почему создатели игры поставили его именно на здание. Пехотным генералом его видеть было бы предпочтительней. Так, ну это обычные войска. Легкая пехота, если быть точным. Быстро погибнут, скорее всего. Ну, в общем, так. Также у нас есть линейная пехота двойная. Наполеон. Сильнейший генерал игры в плане артиллерии. Кстати, покупается в меню генералов он тоже только за щитки. Кавалерия, самая простая кавалерия, ничего умного в себе не несет, так сказать, ну, в общем так. Пушка, самая дешевая легкая пушка, иногда наносит приличный урон, кстати. Кто у нас есть еще? Ну, это вообще самые слабые юниты в игре. Я их обычно покупаю для охраны всяких строений, поэтому, скорее всего, мы ее оставим тут. Эту пехоту. А вот линейную пехоту мы направим к противнику. Также у нас есть еще кораблик.
Еще и фрегат. Ну и еще милиции. Оставим ее воячу. Дэвиля оставим здесь пока. Он не нужен. Нам да и в принципе... В принципе, наша миссия подсвечена красным. Марсель нужно захватить и Тулун. Только и всего. Вот видите, кораблик у нас есть. Корабликом мы и атакуем. Вот этот корабль. Этот корабль он слаб. Он не сможет атаковать в ответ, потому что далеко он слишком от нас. А, да, пушки еще есть. Корабельные пушки, так сказать. Против кораблей хорошо идут. Это генеральский корабль, атакуем его. 72 урон, видите? Ну и получили в ответ, конечно, мы не слабо. Ну, что поделать. Итак, все наши войска направляем на Марсель. Милицию оставим пока. Вот это вот, вот этот отряд направим к пушкам, они могут нам неприятности доставить. Итак, как вы видите, я направляю все имеющиеся у нас войска. В сторону Марселя. Так. А, да, кстати, нам надо удержать еще и Бордо. Поэтому, если вдруг обнаглевшие испанские войска доберутся до Бордо, надо будет... сюда кого-нибудь прикупить. Пока никого покупать не стану. В принципе, надобности особой в этом я не вижу. Все, жмем смену хода. Он спрашивает, если вы не, случайно не походили кем-нибудь. Можно нажать отмену, походить кем-нибудь еще. Но в данном случае не вижу в этом смысла. Итак. Уничтожили пушку нашу. Атаковали пехотинцев. Генерал Испании пошел в атаку. Ну и все, собственно. Итак, дальше. Ладно, атакуем Тревелем генерала. 50-й. Тут можно атаковать милицию. У него сдаю 60, духник легко. Итак, направляем наши войска дальше. Вот, как видите, уже до Марселя мы добрались. Сначала атакуем Наполеоном, потому что в ответ ему не смогут ничего сделать. А теперь всадниками. Атакуем пушечку. Без особого успеха, конечно. Но... ладно. Итак. Кораблик из Тулона мы неплохо атаковали. Все. Ну, можем подтянуть эту милицию, конечно. Ну, вряд ли что-то от этого изменится. По нашему кораблю ведут огонь. Не есть хорошо, конечно.
Тревелю надо быть поосторожнее в этой ситуации. Ну, собственно, порт нам не надо удерживать. Поэтому ничего особенно такого не будет. Так, поведем в атаку этого генерала. Флот бестолковый генерал оказался. Даже слишком. Так, будем Наполеоном теперь. И занимаем позицию. Поднялась мораль, как вы видите. Это значит, что войска будут атаковать посильнее. Вот видите, кораблик уже получил 40 урона. Еще чуть-чуть атакуем. И Тулон будет наш. Теперь атакуем Сиднея. Милиции. Ну, Сидней намного сильнее, чем милиция. Ничего сделать мы не сможем. С ума. Итак, идет атака по нашему Марселю. Замочили мы его Тревеля. Можем прикупить кого-нибудь, конечно. Не суть важно, конечно. Купим маленький кораблик. Итак. Завалим Сиднея. Особых проблем он вряд ли нам доставит. Но он уже мораль упал. Как видите. Конницей пойдем сюда. А так он корабль вряд ли удастся сделать. Сейчас никого трогать тут не будем. Хитрые англичане могут купить еще один. Так, идем в атаку. Безуспешно, конечно, но... Генерала сюда. Приличный урон нанес. И этими ребятками сюда. Все, начкнули мы Сиднея. Идут в атаку по нашим. Такой он кораблик. Генерал Уарте готов. Ну что ж, добиваем кораблик. Вот это, нажимаем на эту кнопочку, она означает, что мы дадим способность войску передвигаться по воде. Мы подтверждаем, 40 золотых стоит. Все, прошли мы миссию. Как вы видите, не шибко сложно. Виктори. Пять звезд. Всего 5 раундов. Заработали 5 медалек. Ну, я прохожу эту миссию во второй раз. Так вы смогли бы заработать 50 медалей дополнительных. На этом я с вами пока прощаюсь. Увидимся в следующей битве.